Дети считают, что мы вообще десант, заброшенный в мир взрослый от лица детей. То есть они, мы выражаем те же идеи, которые хотели бы выражать дети, но не всегда взрослые их дают возможность выразить. Потому что, значит, посиди, успокойся, не делай, не ходи. Ну, то есть мы не успеваем, взрослые, следить за развитием мира детей, потому что они настолько быстро на все реагируют, во все влезают, все им интересно, все это самое. И поэтому это, конечно, то есть очень многие черты лица детей роднят их с детьми. Но это все связано с тем, что клоунада вообще очень народное искусство и связано не только с детскими восприятиями, но вообще с изначальным человеком, то есть что ли с его мечтами, с его вещами, которые заложены в самом детстве, которые мы вначале очень, пытаемся воплотить в себе.